Ну вот небольшой ролик из такси. Сейчас едем к своему отелю. Сент Риджес на Садия Тайланд. Ну тоже тут прикольно так. Пальма, все чистенько, аккуратненько. Но жара, ребят, это, наверное, все-таки люди говорили правду. Это еще жарче, чем в Сингапуре. Это прям вот что-то такое удручающее совсем. Вот. Ну, к ней, возможно, можно привыкнуть, но она, конечно, внушает. Я думал, все-таки люди шутят или что-то такое, но все-таки действительно жарко. Ну, посмотрим все-таки, как мы к ней адаптируемся. Вот. В принципе, находиться-то не всегда много приходится на улицах. То есть город так устроен, что в принципе здесь в основном все переездами и кондиционированными помещениями люди обычно находятся. Просто так ходить по улицам, расстояния очень большие, это нерационально. Сейчас уже больше 35 градусов, и самое интересное, с утра было 32, и каждые, наверное, 10-15 минут по 1 градусу прибавлялся. И так вот, пока не дошло там до 37-38. Самый большой в Абу-Даби универмаг, Абу-Даби Молл. Вот из двух таких вот небоскребов, сложно его даже из машины показать. Не уверен, что мы в него попадем, потому что он находится, ну, не очень удобно, но с другой стороны в конце набережной Корниш, поэтому может быть и получится. Но есть у них такой более удобно расположенный, компактный, это Марина Молл.